Сменив служебную форму на велосипедке, широкий кожаный ремень и штангетки, специальные кроссовки на каблуке, бойцы ОМОН на собственном примере доказали. Хорошая разминка, 24 килограмма от груди, и утро будет действительно добрым. Четкая, надежная фиксация, ты должен прочувствовать. Все. Если ты даже без пояса занимаешься при правильной технике, руки у тебя никуда не денутся, гири не упадут. Гиревым спортом прапорщик полиции Владимир Сафронов и старший сержант Вячеслав Пеньков занимаются уже 1.5 года. За такой короткий срок бойцы ОМОН успели сдать все нормативы и вдобавок к своим служебным званиям получили спортивное. Кандидат в мастера спорта. Тазик у нас есть. Такое даже есть подводящее упражнение. Настоящие богатыри раскрыли не только секреты гиревого спорта, но и поделились правилами здорового питания. Чипсы, сухарики, лимонад. Теперь об этих вредных лакомствах придется забыть. Я узнал, как поднимать гирю, чтобы не сорвать спину. Ну, мне понравился это. Может, даже займусь этим спортом. Валерия Коштина, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.